Третьей волной в Москве снесет еще 43 здания. Столичные власти собираются обновить список так называемого самостроя. О том, что демонтаж может пройти уже до конца этого года, шла речь на заседании городского правительства. Должны рассматривать дополнительный список объектов самостроя, которые необходимо снести. Мы теоретически говорили о том, что самострой опасен для жизни и здоровья людей. Последний пожар произошел как раз на объекте самостроя. Погибли 8 пожарных. Надо активнее работать по наведению порядка в этом направлении. В пресс-службе Московской инспекции по недвижимости рассказали, какой будет процедура. В течение 7 дней владельцы получат уведомление. Будет 2 месяца на то, чтобы все снести самостоятельно. Если согласятся, получат компенсацию 50 с лишним тысяч рублей. Уже известно, что общая площадь строений, которая ждет демонтаж, почти 30 тысяч квадратных метров. Те объекты, которые не будут снесены добровольно, городские власти ликвидируют за свой счет до конца года. Самая большая чистка – 15 объектов в районе станции метро Петровско-Разумовская. Напомню, от самостроя Москва избавляется уже третий раз. В феврале этого года снесли 103 строения, в августе еще 107.